Про кого вот это? Валентина Мельникова. Принцесса одна в королевстве жила, в королевстве улыбок и света. Любили ее все на свете всегда, прекрасно была одета. Но больше всего настянуло к ней за душу ее и смех, за то, что услышать могли от нее: «Скорее к столу, вам готов уж обед!» А иногда могло прозвучать: «Давайте посмотрим фильм вместе!» И тянемся к ней, потому что всегда нет той принцессы чудесней. Конечно, узнали принцессу вы эту. Это и Маша, и Валя, и Катя, и Света, а также немножко еще и я. А почему? Потому что люблю я принцесс. Ну и еще потому, что хвалю я себя иногда. А как же без этого?